Всем привет! И вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. И как вы, скорее всего, уже поняли по названию этого видео, сегодня я снова снимаю распаковку одежды, или точнее, хол от Shein. В этом видео я вам покажу одежду, которую я заказала с сайта Shein на эту осень, то есть она такая, знаете, тепленькая, на более прохладную погоду. Ну и да, для тех, кто тоже хочет что-то приобрести, вот вам мой личный промокод на скидку 15%. Также все ссылки из этого видео я оставлю в описании. Ну и да, давайте уже поскорее начинать. Как вы все знаете, я просто обожаю одежду от Shein. Мне очень сильно нравится их стиль, нравится качество. Но последнее время я поймала себя на новой любви, можно так сказать. И это обувь. Я не знаю, почему я раньше не заказывала обувь от Shein, но, боже мой, как же я теперь ее обожаю. Ну и в этот раз мы заказали целых две пары обуви, как вы видите, и когда я их увидела, я просто влюбилась. Первая пара — это вот такие вот беленькие, очень-очень красивые ботинки. Если вы смотрели мой последний хол на Хэллоуин, то вы видели то, что мы тоже заказывали там ботинки, только они были черного цвета. И они были немножечко другого типажа. И буду вам говорить честно, те, конечно, были крутые, фотки мы сделали просто шикарные, но эти что-то. Вообще, хочу вам сказать то, что я не любитель белой обуви, потому что я, грубо говоря, свинья, вот честно, ребята. И если я ношу что-то с белой подошвой, то все. Но мы решили взять эти белые, потому что они смотрятся очень-очень красиво. Вообще, весь вот этот вот цвет, то, что полностью эти ботинки белого цвета, смотрится очень-очень круто. Ну и говорить про подошву я даже ничего не буду, потому что вы просто на нее посмотрите, она очень удобная. Здесь очень удобные носы, и в принципе форма этих ботинков очень крутая и удобная. На ботинках есть также веревочки для того, чтобы завязывать шнурки. Также здесь есть вот такая вот молния для того, чтобы легче одевать эти ботинки. Ну и в принципе они смотрятся очень круто, так как они белого цвета, они универсальные, они подойдут под любой образ. Ну и вторая пара обуви — это полная противоположность этих ботинков. Боже мой, вы посмотрите на эту красоту. Сразу вам говорю, ребята, то, что я до этого времени ни разу не носила каблуки, кроме как на съемках на каких-то. То есть у меня у самой пар каблуков вообще нет. И это моя первая пара, и я просто в нее влюбилась. Вы посмотрите на этот огромный каблук. Мы решили его взять именно вот таким вот, знаете, большим, из-за того, то, что на супер маленькой шпильке, мне кажется, я не смогу ходить. Здесь она прям толстая, соответственно, она хорошо держит вашу ногу. Также сам материал смотрится очень-очень красиво, весь этот черный цвет. И, как я сказала про прошлые ботинки, черный цвет, он универсальный. Не знаю, буду ли я это только носить с платьями, или буду комбинировать еще с какими-то другими образами, но они выглядят очень элегантно, красиво, и я надеюсь, то, что я смогу на них ходить. Вас, наверное, сейчас интересует: ну ладно, Настя, каблуки, да, хорошо, красивые, но зачем они тебе? А я вам говорю, ребята, не просто так. Я их взяла специально к образу, который я вам прямо сейчас покажу. Мне кажется то, что это просто match made in heaven. Вы только посмотрите на это платье. Да, эти каблуки как раз так к этому платью, черного цвета, с очень красивыми деталями. Буду говорить вам честно, изначально я, когда увидела его на сайте, я очень долго думала, брать ли мне его или не брать, потому что на самом деле это не мой стиль. Я не любитель вот именно на таких вот платьев. Видите, здесь даже посередине есть вот такая вот часть с деталями, где здесь прям все открыто, то есть оно просвечивает. Сейчас, когда я его вижу вживую, то это просто шикарно. Оно очень-очень красиво смотрится на теле, на фотографиях, и мне кажется то, что это теперь будет мое новое любимое платье, потому что оно правда очень-очень красивое, сделано из очень хорошего качества, его очень приятно носить на теле. Еще раз говорю, не знаю, видно ли на камере, но оно не просто черное, то есть тут прям детали на всем платье, разные узоры, которые смотрятся очень-очень красиво. И да, ссылочку на платье я оставлю в описании, девочки. Я очень давно хотела себе какие-то кожаные штаны, которые будут светиться на фотографиях, смотреться эффектно. И мне кажется, я нашла то, что мне нужно. Вы посмотрите на эту красоту. Это просто краш. Я не могу. Это вот такие вот джинсы.
джинсы леггинсы, если можно так сказать. Сам вот этот вот материал очень хорошо тянется, то есть он прям идеально сядет на ваши ноги, потому что как бы это джинсы леггинсы, да. Также здесь наверху три пуговицы, что делают эти джинсы более стильные. Здесь у нас с вами есть кармашки, разные детальки красивенькие. Но я лично взяла эти джинсы именно для того, что, ну, как бы, они классные, они круто смотрятся. А во-вторых, также я хочу их в будущем комбинировать с разными образами, которые мы также будем докупать на Shein. Так что смотрите видосики. Мне очень сильно нравится эта покупка, как и с платьем. Я долго думала, надо ли мне это или нет. Но сейчас понимаю то, что это было очень хорошее решение. Следующая моя покупка — это вот такое вот пальто. Не скажу то, что это, конечно, прям пальто, потому что материал, он достаточно тонкий, он скорее на весну, на начало осени, то есть тогда, когда не очень прохладно. Можно просто это накинуть, одеть какому-нибудь образу и смотреться очень-очень круто. Ну и вообще, об этом пальто, что я могу сказать, это то, что мне очень сильно нравятся вот эти вот рисунки, которые здесь нарисованы, вот этот вот черный-белый цвет, мне кажется, он смотрится очень красивенько. Также здесь есть типа кармашек, который не кармашек, он просто сделан для стиля. И здесь очень прикольные пуговицы, вот такого золотого цвета, прям, знаете, красота, эффект, мода, да. И вообще оно мне очень сильно нравится, мне кажется, то, что это сейчас очень модно в 2021 году. Цвет очень красивый и, да, мне оно очень сильно нравится. Если вас интересует: Настя, а где же все цветные покупки? Ты же ассоциируешься с какими-то яркими вещами, с яркими цветами. Не волнуйтесь, сейчас вам все покажу. Последние две вещи — это два костюма, которые вы сможете носить так и весной, осенью, летом, когда захотите. Они очень комфортные, хорошо согревают и, да, они яркого цвета. Первое — это вот такой вот ментоловый костюм. Во-первых, здесь у нас с вами наверху вот такой вот худи. Чем мне он уже сразу нравится, это то, что он типа оверсайз. И я его смогу носить не только как с костюмом, так и вообще с любой одеждой, которую захочу. Потому что цвет реально очень-очень красивый. Кстати, на сайте Shein есть другие цвета, если вам этот не нравится. Он сделан из очень интересного материала, такой мягкий, прям как, знаете, кроватка какая-то. Здесь у нас с вами также есть капюшон для того, чтобы, соответственно, согреваться в холодную погоду. Ну и, конечно же, штанишки. Штанишки из такого же материала, таким же цветом. Они достаточно длинные, такие просторненькие, то есть они тоже немножечко оверсайз. Наверху у нас здесь с вами резинка для того, чтобы держать эти джинсы у нас с вами на талии. Что касается второго костюма, он немножечко другой. Он, во-первых, что могу сказать, это то, что он сделан из другого материала, совсем из другого. Здесь уже более такой, знаете, тонкий материал. Мне кажется, вы даже вон можете увидеть мои ногти, мои руки. То есть он сделан из такого не очень плотного материала. Здесь у нас с вами также есть капюшон. Вот такой вот карманчик, в который можно спрятать свои вещички. И главная деталь этого худи, если можно так сказать, это то, что здесь внизу вот такая вот белая майка. Я, конечно, не любитель таких вещей. Мне кажется, то, что было бы лучше, если это была бы просто желтая худи, но тем не менее он добавляет какой-то стиль, и если вам нравится, типа, знаете, стиль худи на майке, то вам подойдет вот такой вот костюмчик. Штаны тоже самые, но единственное то, что отличает их от первых штанов, это то, что здесь есть резинка, но она не сделана для того, чтобы, как бы, знаете, именно редактировать свою талию, она сделана для того, чтобы просто добавить стиль. Веревочки, они просто для того, чтобы завязать узел и для того, чтобы смотреться круче. Ну и, в принципе, вот и все мои покупки на сегодня. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую покупку вам понравилась больше всего. Ссылки на все покупки из этого видео я оставлю в описании. Ну и, конечно же, промокод 15% скидку для всех моих подписчиков. Используйте, можете использовать его на любую покупку от Shein, которую хотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вас целую. До скорой встречи и всем пока-пока.